Двигатель 1,8 машина 1996 года выпуска. Короче, после того, как я окончательно решил для себя заново перебрать и починить машину, то закупил несколько запчастей, как крышка багажника от Auto Connection и передний бампер от Wings Vest, а также все наружные резинки кузова, соревновательные моторные крепления, также полиуретановые вставки крепления заднего редуктора, все для более жесткого крепления и меньшей игры. Также дополнительные стяжки заднего подрамника от Racing Beat, карбоновые крышки фар, карбоновая задняя юбка. После недели работы по вытяжке кузова и тительной подготовке к покраске, кузов наконец-то покрасили в три стадии. Сначала лег черный цвет, потом темно-синий и, конечно же, лак, который положили в три слоя. Тачка выглядит обалденно. Покраски такого качества она не видела на заводе. Очень глубокий цвет. Качество работы обалденное. После того, как машину покрасили, то для того, чтобы добиться максимального блеска, ее полностью прошли наждачкой с водой и потом отполировали. Покрашено суперски, все грани и края залиты на 100%. Обалденно. Так как мой капот пришел в негодность после столкновения, а он сделан из алюминия, то работать с ним очень трудно, поэтому я купил бэушный капот. На фото не видно, но в моторном отсеке все прокрашено идеально. Вчера заезжал в мастерскую посмотреть, как обстоят дела. Все идет по плану. На днях получил несколько ништяков, накладки на пороги, решетку радиатора и, конечно, значок Юнос. В Японии эта машина называется Юнос Роудста. Последние штрихи. Очень хотелось привести машину в первоначальное состояние чистоты. Дабы не навести шок на соседей, пришлось несколько дней провести под автомобилем в доме друга с мочалкой, баллончиками краски и антикоррозийки. Результат налицо.
установка новой оптики. Вот так выглядит новый ковер старого образца 60-х годов. Там, где видно пятна на ковре, это я место выреза обработал клеем из баллончика, чтобы не ворсилось, а потом красочкой. Также на фотках я указал, куда вышли провода для диодной подсветки, под панелью и сиденьями. Было вынесено решение купить новую и однотонно черную. Родная была черно-бежевая. Вообще приборку от на 1,8 найти в хорошем состоянии очень трудно, а в моем варианте нужна была идеальная. Очень долго искал такой вариант, и наконец-то в Race Shop Treasure Coast Miata меня порадовали. Когда я приехал, то был сильно удивлен. Машина, которая подвергалась разборке, была Miata 1997 года с пробегом 40 тысяч. С учетом того, что на Маздуте уже более 160 тысяч километров, решил заменить водяную помпу и все прокладки, которые с ней связаны. Сальники распредвалов, колен вала, ремень ГРУ и натяжные ролики, прокладку крышки головки цилиндров. Переделать крышку головки блока, обрезав ее таким образом, чтобы было видно шестерни распредвалов, а также обновить все болты и запчасти, по мере сборки, разборки. Установка усилителя рамы. You must have it. Рама стала наижесточайше жесткой по сравнению со стоком.
Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.